привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Сегодня мы с вами делаем обзор на отдел мужской обуви в магазине Роя Кундура. И многие из вас спрашивают, как же добраться до этого магазина. Так вот, из любых районов Алании вы можете приехать на автостанцию в самом центре города. Вот вы видите, автостанция прямо за мной. И выйдя из этой автостанции, вы прям попадаете на улицу. Сейчас я вам покажу эту улицу, которая и ведет к магазину Роя Кундура. То есть вы выходите из автобуса и идете прямо по этой улице, и в самом конце вот этой улицы находится магазин Роя Кундура, магазин обуви. Не первый магазин, а второй магазин. Ориентиром также может быть автомобили такси. Они всегда здесь стоят. Вот автомобили такси. И идете прям вниз до поворота. И на повороте расположен магазин Роя Кундура. Розовая вывеска с желтой отделкой. Друзья, вот она, автобусная станция, машины такси. И от автобусной станции вы идете по этой дороге. Проходите мимо вот этого пустыря, где располагается пятничный рынок. Идете в самый конец вот этого перекрестка. И здесь вы увидите магазин Роя Кундура. Розовые буквы. Прям ориентиром может быть вот этот тоже красный флаг, который висит на доме. Вот он, магазин Роя Кундура. На самом деле найти его очень легко. Поэтому смотрите ссылку в описании, никогда не потеряетесь. И вот так вот выглядит вход в магазин Роя Кундура. Не заметить его невозможно. Розовыми большими буквами написано Роя Кундура. И здесь располагается мужской, женский отдел, далее детский и мужской отдел. Друзья, в магазине Роя Кундура, как я вам уже и сказала, продается мужская, женская и детская обувь. Вы увидите большое количество обуви. Вся обувь, которая расположена на улице, это обувь по скидкам. Сегодня мы идем в мужской отдел, но а в женском отделе тоже есть скидки. Качественная, классная обувь. Есть по 80 лир даже кожаная обувь. Поэтому покажу вам, например, несколько примеров. Вот обувь по скидкам. Летняя обувь, вы спрашивали, есть ли скидки на летнюю обувь, так вот, эта летняя обувь вся по скидкам. Есть даже летние шлепанцы по 30 лир, и вот эта вот кожаная обувь, она идет по 80 лир. Удобная кожаная обувь, например, фирмы Мама Мия. Также, если пройти чуть дальше, после женского отдела, здесь есть детский отдел. Пожалуйста, все ссылки смотрите в описании на детский и на женский отдел. Все ссылки на видео из этих отделов. Ну и, конечно же, также подписывайтесь на наш инстаграм. Там всегда, каждый день много очень интересных постов, советов и каких-то интересных моментов о жизни в Турции и в Алании. Здесь обувь, которая стоит на улице, цены начинаются от 100 лир. И где вы можете посмотреть цену на обувь? Вот здесь на коробках, на всех коробках, на всю обувь есть цены. Поэтому та пара, которая вам нравится, на коробке вот здесь вот написаны цены. Мерава. Мерава. Здравствуйте. Здравствуйте. Визаис. Здесь в мужском отделе есть также русскоговорящий чуть-чуть. Чуть-чуть русскоговорящий сотрудник, поэтому если вы придете в магазин, он вам с удовольствием поможет. И сейчас Хюсейн расскажет нам все про обувь в этом магазине. И здесь прямо на входе у нас представлен зимний сезон. Вот на такой вот, на таком искусственном меху стоят такие 389 лир, натуральная кожа. Грайдер марка вар. Шёрэ айны шекилде чи юнлю. Тоже на искусственном меху марка Грейдер стоит 370 лир. Хамрджек вар. Вот эти вот немного более высокие, стоят они 400 лир. Фирма Хамрджек. Очень интересная модель.
тоже вот. Yeni sezon ürünlerinden. Это новый сезон Hammerjack. How much? 400 lira. Стоят такие 400 лир, тоже очень интересная модель. Грейдерден и еще любимая модель у меня есть. Есть новые модели. Грейдер, вот такая вот классическая модель. И стоят они 470 лир. Еще любимая за классик модель. Более тоже более классическая модель. 390 лир. 390 лир. Моторчи моторы мы звали. Есть также ботинки для мотоциклистов. Hammer Jack 450 лир. Очень тяжелые и очень-очень теплые. Сегодня yeni modellerimizden de 36-39 numaralarımız da geldi. 36-37-38-39 numaralar. Вот эта модель есть маленьких размеров фирмы Hammer Jack. 350 лир фиатымыз var. Стоит 350 лир и есть маленькие размеры, начиная с 36. Biraz daha uzun boyları da geldi. Yüksek boy. Также высокого, высокие модели, тоже Hammer Jack. И стоят они 380 лир стоит такая модель. Батыр профилом моделлерimizden var. Вот это вот модели женские, водонепроницаемые. Стоят они 390 лир, тоже водонепроницаемые на зиму. Батыр профилом моделлерimiz. Здесь очень много моделей водонепроницаемых. Вот, начинается отсюда и продолжается, в общем, большое количество водонепроницаемых моделей. Они идут как мужские, так есть и чисто женские модели. Ну и, конечно же, унисекс, которые могут использовать и мужчины, носить и мужчины, и женщины. Грейдер 100% оригинальдери, waterproof моделлерimiz, 499-530 лир арасы. Это модель Грейдер, натуральная кожа, водонепроницаемый, и вот такие стоят, например, 529 лир, а вот эти 499 лир. Различные модели, Айхан очень любит, да, вот эту вот марку. И в прошлом году он носил ее. Вот это Lumberjack, они тоже из натуральной кожи. Стоит 400 лир водонепроницаемые. Грейдер модель там ваш. Это модель Грейдер, это модель уже на осень, на весну. 370 лир тоже натуральная кожа. Это новые модели грейдеров. Видите, у них есть как и такие молодежные, так и классические. Стоят такие 379 лир, тоже натуральная кожа. Кот панталонларда, кетен панталонларда гиилебилечек сонбахар, кышлык. Вот эти вот тоже осенние-весенние, стоят они 370 лир. 350 лир грейдер, еще один yeni modellerimizden. Новая модель грейдеров 350 лир. Есть марка Dockers. И вот такого вот плана, как замшевые, так и кожаные. 200 всего, 220 лир. Более такая спортивная модель. А не 220. Тоже 220 лир. Грейдер марка Данчоля Сонбахар. Марка Грейдер на осень, на весну. Куда Докерсон? Это Докерс, марка Докерс, тоже натуральная кожа. Да, покажи, да. И здесь представлены уже такие более классические модели на весну, осень, на какую-то теплую зиму. Ладжеверт, кахверенги, сиях. Много разных цветов, синие, черные, зеленые, бордовые. И, например, вот такие вот, это марка Либера, очень удобная марка. И вот такие вот модели, например, стоят 420 лир. Или вот такие вот интересные модели. Стоит такая 300-350 лир, тоже натуральная кожа. Или, например, под классический костюм, тоже интересного такого синего цвета. Biraz daha yine klasik giyimlerin üzerine. Hem spor hem klasik giyim üzerine. И модели, которые можно носить как со спортивной одеждой, так и с
классическим. Бурада фиатары 250 лирайла 420 лирайла арасында дейшиор. Здесь цены начинаются от 250 до 420 лир. Парлак оларак, пар классик. Классические, вот такие вот классические, интересные, темно-синие и черные. Для тех, кто любит что-то необычное. Например, вот оригинал дерин üzerine лазер işlemeli şekilde böyle desen verilmiş. Это тоже натуральная кожа, которая обработана лазером для того, чтобы придать вот такую вот структуру кожи. Доктор Комфорт. Марка Доктор Комфорт, это ортопедическая марка. 290 лирайла 450 лир arasında fiyatları değişiyor. И цены на вот эту вот ортопедическую обувь от 200, цены на вот эту ортопедическую обувь от 290 лир до 500. Есть совершенно разные модели. Вот такая вот, например, стоит 300-400 лир. Есть и на шнурках. Ну, в общем, обувь ортопедическая. Те, кому необходима мужская ортопедическая обувь, вот эта вот обувь очень-очень удобная. Buradan itibaren 45, 46, 47, 48 numaralarımız var. Здесь обувь уже представлена больших размеров, от 45 до 48 размера. Hem spor hem klasik giyimler üzerinde bu türlerden var. Совершенно разные модели. Например, есть очень классические или вот такие вот интересные модели. Как спортивные, так и полуклассические. 420 лир вот такая стоит. И вот такая вот более спокойная модель. Классик. А вот это вот уже, конечно же, супер классическая обувь. Фирмы. Стоит 250 лир. Фирма Фоска, тоже натуральная кожа. И есть коричневые, черные, бордовые, светло-коричневые. Есть как лаковые, так и замшевые, замша с лаком. В общем, на любой вкус. Вот это тоже очень интересная модель. Зеленая замша с темно-коричневой кожей. Это фирма Тарделли. Фирма Тарделли. 47 номера ботинок у нас. И вот это вот такие вот ботинки есть размеров 47-48 внутри с искусственным мехом. Также есть вот такая вот модель waterproof. Марка Lumberjack. 380 лир. И başka моделями, сюда десенеры фарклы. И немножко другая модель, тоже водонепроницаемая фирмы Lumberjack. Грейдер марка var. 46, 47, 48 numaralarımız var. Şu şekilde. Марка Грейдер до 48 размера. Bunun spor modelleri de var. Yine aynı şekilde 46, 47, 48 numarayı. Onu da göstereyim hemen arkadan. Также есть спортивные модели больших размеров до 48. Вот это модели спортивной марки Грейдер. 400 лир, большие размеры до 48 размера. Есть черные, есть черные со вставкой коричневого. Саде сияга да вар буну. Коричневого цвета. Терлик модельлеримиз вар. Ортопедик. Также есть мужские сандали, ортопедические. Они также будут в продаже и зимой. Тому, кому нужно, тот может приобрести. Сандалет моделями знаю. Как шлепанцы, так и вот такие вот сандали. Стоят они 290 лир. Как ботинки, но сандали. Есть шлепанцы, есть грейдерный вот фарковый модель. Такая вот модель грейдер 200 лир. Теперь пармагрессы олорак вар грейдер нина. Стоит 200 лир, они есть разных цветов. И белые, и черные, и светло-коричневые. Классик модель. Здесь представлены все классические модели. Под костюмы классические, костюмы есть и на шнурках, и без шнурков. И вот такие вот, например, шикарные туфли стоят 400
лир. И здесь очень много цветов. Бордовые, темно-синие, черные. Есть вот с таким вот ободком, есть... Bunlar geçen sene de vardı. Çok beğenildiği için bu sene yine geldi. Они были и в прошлом году, потому что они очень хорошо покупались и нравились мужчинам, и их продают и в этом сезоне. И есть вот такая вот, например, тоже кожа, обработанная лазером, лаковая кожа, вот такие вот интересные, которые всем полюбились в прошлом году, например, вот эти вот. Стоят они 400 лир. И есть вот эта вот очень интересная модель. Тоже она классическая, но очень-очень такая оригинальная. И для тех, кто любит совсем что-то невероятное и интересное, есть вот такая вот бордовая и тоже темно-синяя модель 420 лир. Ну и, конечно же, совсем простые. Вот такого вот плана стоят они 280 лир. Şöyle yarısı zaten yarım parlak olarak da var. Есть, например, модели, где сочетание идет лаковой кожи и ткани, либо замши, либо различных видов кожи. Например, здесь лаковая кожа, а здесь лаковая обработана лазером. А вот здесь уже представлены модели такие матовые и замшевые. Вот такая вот, например, модель стоит 240 лир. Это фирма Free Food. Free Food. Ну, а те, кто любит тоже что-то интересное, вот такого вот плана замшевые. Biraz daha kibar modellerimizden yine takım elbise altına. Спорт, вот такие вот интересные модели, как по цвету, так и по исполнению. Стоят они, сколько они стоят? 330 лир. И фирма Free Food. Фирма, турецкая фирма Free Food. Есть еще вот такого вот плана классические модели. Светло-коричневые, черные, из такой матовой кожи. И такая модель стоит 280. И цены на мужскую обувь, вот на эту мужскую обувь, от 250 до 420 лир. Bu Mercedes marka, %100'leri. Это марка Mercedes, 100% кожа. 220 лир, фиаты вар. 220 лир. Табаны каучук карышин, политабан. Каучуковая подошва. Чок гузель бей урин, хафиф. Легкие и натуральные. Оригинальдери, юмшак дери. Натуральная кожа, очень мягкая кожа. В общем, друзья, здесь огромный выбор, как по цветам, так и по оформлению. Есть замшевые, есть кожа различной обработки от 250, даже 220 лир. Здесь ортопедическая обувь. Это новая модель. Это марка Libera. Очень удобная обувь у этой марки. В этом сезоне популярны очень вот эти вот две модели. Это тоже Libera. Очень удобные, мягкие. И, как вы видите, здесь представлены как молодежные модели, например, вот такие вот белые. От 320 лир здесь цены на обувь. Очень много разных моделей, цветов. Тот, кто любит что-то более классическое, может, например, себе подобрать вот такую вот черную, очень классическую спортивную модель. Либо тот, кто любит что-то оригинальное, вот такого вот бордового плана мокасин. Dexter марка. Марка Dexter. Табаны biraz kalın. Çok güzel, çok rahat bir kullanımı var. Очень удобная модель, ортопедическая и высокая подошва. Есть, например, вот... Başka model bunlar. Dexter'ın markaları.
марка Декстер, разные, совершенно разные модели мокасин. Lumberjack маркаларından geldi. Это марка Lumberjack. Новый сезон. Тоже очень удобная модель для тех, кто любит такую более спортивную обувь. Üç renkli daha farklı bir modelimiz daha var. Три цвета тоже. Декстер марка 450 лир. 420 лир. Ну и, конечно же, белые классические кроссовки марка Грейдер. Тоже умная стелька здесь, и стоят они 400 лир. И более молодежная модель марка Free Foot. Bunların tabanları da yine aynı şekilde güzel. 350 lira fiyatları 350 var. 350 lir, мягкая кожа, мягкая подошва. Dockers markamız var. Marka Dockers. İlkbahar ve yaz için. Для лета, осени, весны тоже подойдут эти кроссовки. Grader marka yine şöyle. Тоже marka Grader. Более такая спортивная. 420 lira. 420 lir. Bayan Lumberjack waterproof modellerimiz var. Водонепроницаемые модели для женщин, женские модели. Şöyle farklı modeller. Есть разные Sade цвета. Siyahları, черные. 320 lira fiyatları 320 var. Lir, черные, фиолетовые. Polo original. Оригинальные поло здесь продаются. Это новый сезон. Lumberjack modellerimiz var. И очень много моделей фирмы Lumberjack. Hafif. Очень они легкие. Табан, memory foam табан, ортопедик. Умная стелька. И стоят такие 270 лир. Yeni модель. Новая модель. 270 lira. 270 лир. Тоже Lumberjack. 280 lira. Светлые, темные, с различными вставками. Lumberjack'in yine uygun grupları da var. Sürekli yani pahalı değil. 195 liraya olan bu grubumuz 195 da var. 195 lir. Например, вот такие вот модели тоже Lumberjack. Farklı renkler. Много разных renkler. Цветов. Кто любит что-то интересное, яркое. 270 лир, например, вот такие. Либо какие-то темные Lescon классические. Var. Марка Lescon, тоже турецкая марка. 320 лир фиатымыз 320 лир. С очень-очень удобной стелькой они. Hammerjack. Фирма Hammerjack. Оригинальдери. Натуральная кожа. 250 лир фиаты var. 250 лир, и они очень легкие. Lumberjack'ın farklı bir modelimiz de var şöyle. Тоже фирма Lumberjack. 280 лир. 280 лир. Kinetix markalarımızdan var. 140 турецкая марка Kinetix 140 лир такие стоят. Очень они легкие и удобные. Galatasaraylı modellerimiz de geldi. Для тех, кто любит футбольную команду Galatasaray, вот. 107 лира фиаты var. 109 лир стоят эти кроссовки. Türk firmalarından Jump. Фирма турецкая Jump. Фирма Jump. Çok güzel. Hem klasik, hafif. Классические, легкие, тоже такие интересные молодежные модели. И фирма Kinetix. Jump. Yine bunlar da hafif, güzel. Легкие, тоже легкие модели. И мужские. Очень много мужских моделей. Kinetix маркаларından var. 145 lira. 145 lir марка Kinetix. Jump markalarından var yine hafif güzel. Marka Jump легкие. Bunlar da 169 lira, 170 lira. 170 lir. Kışlık есть. Lumberjack'in modelleri geldi. Зимние кроссовки Lumberjack. Şöyle Lescon modeli geldi yine hafif, çok güzel, çok rahat. Marka Lescon тоже очень удобные. 290 lira. 290 lir. Выбор огромный здесь, конечно. Сиях. Черные. Ладжеверт. Коричневые. Сиях беяз. Черно-белые. Ешиль. Болотного цвета. Ладжеверт беяз кырмызы. Сине-красные белые. Бежевые. Гри. Серые. 2, 4, 6, 7 renk. Оригинал дыри. Натуральная кожа, 7 цветов. Фирма. 250 лир фиаты var.
Фирма Hammerjack. 270. Şekilde Air Max modellerimizden var. Также есть модель Air Max. Aynen, şöyle. Это фирма Lumberjack. 270 lira fiyatı 200, var. Тоже 270 lir. Solomon model benzerinden. Kinetics, marka Kinetics. Solomon marka model. Hem hafif, güzel, 250 lira fiyatları Lufki var. Lufki 250 lir. Lescon'un markalı modellerimiz var. Много моделей марки Lescon. Тоже различные цвета. Темно-серые, Siyah. Черные, Mavi. Светло-синие, Gri. Серые, белые. В общем, очень много разных интересных моделей. И вот тоже очень интересная модель. И вот эта вот модель стоит 300-320 лир. Biraz daha ince kibar modelimiz var. Такая вот летняя модель, тоже Lescon. Bu sonbahar, ilkbahar. И для осени, весны подойдет и такая же. Bağcıklı gibi ama bağcıksız modellerimizden de var. Есть модели и на резинке, и на шнурках. 219 lira fiyatı var. 200-220 lir такие стоят. Bağcıksız modellerimizden de var. Вот это модели без шнурков. Стилем мы сняли для вас обзор на мужскую обувь в магазине Rue Condura. Заходите, смотрите, выбирайте то, что вам нравится. И обязательно подписывайтесь на наш Instagram, где мы постим каждый день очень много всего интересного. Ну, а на сегодня всем всего хорошего. Пока-пока.